Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Десант. В принципе, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы эволюционировали наших покемонов, наших стартовиков. Это у нас был, не помню уже кто, вроде Принплуп, то бишь... Ух, твою ж фуражку, я забыл вылечить нашего Чаризарда. То бишь, это у нас был Принплуп, который превратился не помню в кого, и... Еще кто-то там был. Ну вот та жаба, похожая на жабу, что-то ящерица, жаба. Не помню, как она называется. Не помню, честное слово, не помню. Давайте сейчас, в принципе, я пойду вылечу всех наших покемонов, а то что-то забыл как-то через арт даже вылечить. Так, идем лечим. Фу. Ну давай, давай, давай. Так, отлично. Сейчас, что бы нам бы покушать? Нужно у меня кушать вообще почти ничего нету. Так. Звук я немножко включу. У. Так, ты какой? 36-й? Не знаю. Давай через Зарда. А хотя нет. Я не знаю, в кого мы будем вообще превращать нашу Иви. Я думаю, что в огненную Иви. Да, так как камня огня у нас вроде достаточно есть, то бишь, не помню сколько штук, но где-то 2 или 3 штуки у нас точно есть камня огня. То бишь, можно превратить. Так, нету никаких нормальных покемонов. Ты нет, ты какой уровень? Оникс. 34-й. Не очень. Так, о, камушек. В принципе, нам... В данный момент тоже не нужно. Так, кто тут есть? Кто там на горе? Кто там на горе? А, Джиудуд. Так, в принципе, Мачок или Мачок, как ты там называешься, какой-то там 30 уровень, тоже небольшой. О, скелетоны на карте. Скелетончики. То бишь он под нами где-то вот тут данж. Именно где-то вот тут. В принципе... Да, я как раз даже в данный момент слышу зомби. Так, по себе я копать не буду, так как они уже там заспанились. Да, вот они. Или нет, или это шахта. Нет, это зомбаки. Я даже не буду туда, наверное, спускаться. Я не вижу смысла, хотя... Вот так. Ух ты, нифига себе. Золотой шлем. Не буду я пока туда идти. Что-то мне стрёмно. У меня даже вроде с факелов нету. Да, действительно нету. Нужно сделать хотя бы пару штучек. Так, пойдем мы, короче, дальше искать... Каких-то покемонов, в принципе, качаться возле нашего дома. А, если они шип... Чё там? Ну, это точно не покемон босс. Это 100% милтанк просто застрял в стене и его колбасит. Я уверен, да, в принципе, он умер. Так. Давайте побежим вперед. В принципе, дорогие друзья, вот что я подумал. Это у нас, если... Получается, это у нас 81-я серия, где-то вот так, да? И что я посмотрел на сайте вообще Пиксельмона, то бишь, что как бы они в ближайшее время будут выкладывать новую, как бы не новую сбор, не новую версию, а просто как бы переносить Пиксельмон на версию 1.7.2, то бишь там уже будут и новые биомы. И что я подумал, как если они перенесут вот новую сборку, новую карту, как бы. Какую нафиг сборку, какую нафиг карту, что-то я путаюсь. Если они перенесут... О, это Квилава. В принципе, она у нас есть. Если они перенесут Пиксельмон на новую версию Майнкрафта, то я думаю, можно будет начать мир заново. Я думаю, это будет нормальная идея. Я думаю, к тому времени... Ну, хотя я не знаю, ну, если постараться к тому времени, пока они перенесут... Майнкрафт на новую версию... Пока они перенесут Пиксельмон на новую версию Майнкрафта, то я думаю, к тому времени я не, ну, честно, я не знаю, сколько будет уже серий, но постараемся хотя бы. Я потом еще раз посмотрю, еще раз
с вами посоветуюсь, хотите ли вы этого, как бы начать мир заново и заново ловить покемонов, так как покемонов у нас уже, можно сказать, достаточно, и в принципе до того момента, пока выйдет новый, пока Pixelmon перейдет на новую версию, я думаю, еще будет больше. Ну, я не думаю, конечно, если конечно, если постараться словить покемонов, но я просто не думаю, что они как бы созреют в ближайшее время переносить Pixelmon на новую версию Майнкрафта. Я думаю, это еще, ну, займет достаточно такое большое количество времени. К тому времени уже можно будет и решить, и с вами посоветоваться, что и как. Ну, в принципе, это сейчас решать не будем, так как действительно я просто сказал вам о своей идее. И в принципе, если вам понравилось, то можете написать комментарий потом, когда выйдет Pixelmon на версию Minecraft 1.7.2, то бишь можно будет начать как бы в новом мире, да. Так, ну чё-то я вообще никаких покемонов не вижу. Это вообще что за хрень? Такое чувство, что как бы все покемоны вымерли. Тут вокруг дома куча их было. Вообще капут. Всегда было тут куча покемонов вокруг этого дома. А сейчас вот что-то вообще нету. Нифига. Ну вот, в принципе, я там Райдона вижу. Так, Мачоп нам не нужен. В принципе, давайте заберемся на гору. Опять, что ты так быстро голодаешь-то? Ну, давайте на изи поставим. Разницы-то нету. Монстров тут как бы нету, но не хочу я ставить на писул, так как тогда не нужно будет еда, это уже как-то. Если даже еду не будем использовать, это уже будет не очень. Мне так кажется. Ну, где все покемоны? Ну, что ты издеваешься, что ли? Давайте, короче, мы пойдем в наш первый дом. А, ну давайте тогда. Вот так вот. И в первый наш дом, да. Так, так, идем. Фу. Ну, в принципе, я думаю, тут будет нормально таки покемонов. Так, что-то приглючивать немножко. Так, давайте пойдем поищем. Может, кто-то и будет, но я пока что только кучу гасли вижу. Вы что, издеваетесь? 100 штук гасли и ни одного другого покемона. О, Чикорита там бегает. Кто тут еще есть? Так, что-то ни хрена тут нету. Чё-чё-то я как-то вообще, знаете, покемонов толком никаких даже не замечаю. Или все одинаковые, или вообще никого нету. Чё за хрень? Бред, короче, какой-то полный. Давайте опять во второй дом. Так. Я говорю, или все одинаковые, или вообще никого нету. Хрен его знает, что это такое, дорогие друзья. Ну, в принципе, я не знаю, может, мне так кажется, что вообще покемонов толком нету. Ну вот, тут все одинаковые. Райхорны. Так, секундочку. Итак, я перезашел. Сейчас, в принципе. Ай, все, пойдем искать. Дальше покемонов. Не знаю куда. Что-то вообще никого нету толкового. В смысле больших уровней вообще нету. Мне так кажется. А, кстати, насчет Тото Дайла, где его можно найти? Чё-то как-то. Вроде пишут или возле воды где-то, или в пустыне, или в зимней биоме, что-то такое. Так. Ну, тут пока что никого я толкового не вижу. Одни мелтанки, одни джиодуды. Вот там Райдона я вижу. Да, давайте пойдем туда, убьем его. Хитмончан на горе стоит.
пойдем мы. Так, сколько у вас тут всяких карпов? Так, ладно, пойдем, короче. Так, ты какой уровень? Я бы и так на тебя напал, дружок. Давай, давай, все убиваем. Так. Пойдем мы, короче, дальше. Ну тут. О, Арон, да. Ты нам не нужен. Арон. Эйрон. Арон. Пусть будет, короче. Так, пойдем и дальше. Ну да, ты у нас тоже уже есть. Что там за пещерка какая-то такая прикольная? О, гравий. Ну я не знаю, может ли на такой высоте спавниться, в принципе, фоссил, но я почему-то думаю, что нет. Да, думаю, не может. Так, пойдем и, короче, я думаю, поспим, так как ночью не очень как-то охота. Когда ты что, сдурела? Так, так как ночью не очень как-то охота вообще охотиться. О, это кто там, Чармандер, да? Чармандер. Ну я вижу, что у тебя хвост там горит. Что у кого-то хвост там горит. Во, круто бы было, если бы Чармандер Шайни был. Тогда бы Чаризард вроде черный был, а не красный. Ну, я вроде как помню, вроде черный. Так. Короче, идем и поспим. Что-то уже давно как-то и легендарные не спавнились. Ну да, может, я немножко и зажрался, но первый раз после того, как я перенес мир, вы помните, да? Если вы смотрели, то у меня сразу же в первой же серии после того, как я перенес мир, заспавнились вроде 2 или 3 легендарных покемона за одну серию. Ну, я их, конечно, не нашел, но суть в том, что они заспавнились. Так, да, короче, давайте идем и поспим быстренько. Так. Поспим, поспим, поспим. Все, отлично. Так, мастербол у нас есть на всякий случай. Да. Так, пойдем и дальше. Я там вроде, да, Райдона видел. Побежим, побежим. Так, мачок, да? Да, давайте тогда сразу, ну да, арчопса прокачаем. Попадем. А, ну давай, иди сюда. Твою ж. Да ч... О, как ты задрал, Райдон. Во, наконец-то. Отлично, попали. Так, убиваем его. Еще раз бьем. Все отлично, вроде Чаризард... Нет, Чаризард еще уровень не прокачался. Ну, почти, почти. Так, идем, идем, идем. О, вот этого покемона у нас нету. Дрифблим. Но это вроде вторая эволюция, есть его первая эволюция, вроде. Не помню, но вроде. Я его видел. Ну, в принципе, не будем я пока что его ловить. Попытаемся найти вторую его. Первую его эволюцию. Да чё ты так быстро голодаешь? Так, у нас там пшеница вообще как? Как дела там с пшеницей? А это что тут такое? Ладно, пойдем мы в первый дом. Вроде там. Да, вроде как бы там уже картошечка должна была вырасти. Да. Да, вроде вся выросла. Отлично. Отлично. Так, сейчас сразу же... Ай, нет, не кушаем, а сажаем. В принципе, покушать тоже можно. Пару штучек. Только по половинке регенерирует. Ну, в принципе, да, это сырая же картошка. Так. Давайте посадим, 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 посадим. В принципе, там тоже можно и пшеничку собрать.
пару штучек там есть. Может, у нас в сундуках тут есть. Ну, какая-то еда. Но я думаю, что нет. Нету. Вот что я хотел. Давайте мы сейчас Иви прокачаем. Нет, нет, не водяного, я просто так посмотреть. Давайте мы возьмем. Випин был. Или как он там называется? У нас вроде нету камня. Ну, камня листвы, но в принципе потом можно будет его как-то, ну, достать. В смысле, собрать 9 штучек. Так, давайте, Иви у нас есть, давайте мы вот этого возьмем. Я просто-напросто хочу поэкспериментировать. Действительно, как говорят, он имеет еще одну эволюцию или нет? Да, имеет. И давайте посмотрим, кого он превратится. Ну, Пуливирл. Пуливиртл, да, Пуливирл. И сейчас кем он будет? Ну, что ты вообще долго эволюционируешь? О, норм. Пуливрат. Я думаю, правильно прочитал. Да, Пуливрат. В принципе, отлично. Ставим его в компьютер. Так, кого мы там поставили вместо него? А, вот, Кубон. Кубон. Так, давайте во второй дом. Зачем я взял... Это у нас должно стоять вот тут. Так. Вот тут. И сейчас идем во второй дом. Отлично. Так, сейчас. Идем еще раз посмотрим, может кто-то и заспавнился. Ну, по ходу дела нет. Никто не заспавнился с больших уровней. Вроде реально никто. Так, давайте, да, действительно, прокачаем сейчас мы Иви. Вроде у нас в компьютере все-таки лежит камень огня. Ну, не все-таки, а 100% лежит. Так, да, давайте. Давайте мы сразу пойдем и прокачаем. Так, сундуки. Да, вот в этом сундуке. Да, две штучки у нас есть. Так, Иви. Или у нас уже есть прокачанная Иви? Но, как я помню, нету. У нас есть вот эта Иви Вапорион. У нас есть вот эта Иви Эспион. У нас есть еще какие-то Иви. Вот эта Иви у нас есть. Леофион. Кто у нас еще есть с Иви прокачанных? Прокачанных Иви. Вот Иви еще простая. Вот тут еще Иви простая. И тут еще Иви простая. До хрена у нас Иви, короче. То бишь у нас есть еще Иви Трандлстон, или как он там называется, то бишь это стон, электрический камень, то бишь мы в данный момент можем сразу прокачать две Иви, то бишь разные эволюции. Ну давайте еще раз посчитаем. Одна Иви водяная, другая Иви, это я не знаю какая, но Эспион, Брион, ну это вроде какая, которая днем только эволюционирует, без камня, без уровня, как бы, ну, я думаю, вы поняли. Которую водишь за собой, и она там выигрывает как бы те фигоньки, которые ее потом эволюционируют. Вот, Лефион, то бишь листяная Иви. Да, мы можем еще прокачать. Прокачаем сейчас мы. Сделаем мы, короче, еще огненную Иви вот сейчас. И сделаем мы еще. А, вот еще одна Иви. Глосион. Это у нас вроде с помощью камня льда превращается, да. И да, давайте мы прокачаем еще одну Иви. То бишь, можно сказать, мы сейчас сразу же прокачаем две Иви. Вот так возьмем. И пойдем в наш второй дом. И так, поставим... Ой, что-то глючит. Что я хотел поставить? Вот сюда. Что-то я 100% хотел, ну что-то забыл. А, нет, вот, что я хотел. Поставить жарить. А уголь я забыл достать с креативного режима. Ну, в смысле, у меня же уголь... Я же переносил мир.
Это уголь, который у меня был уже в сундуках. А как бы тот уголь, который уже сам по себе стоял в печках, его я забыл добавить, ну, как бы поставить в печки. Ну, в принципе, уголь нам как бы не очень часто, ну, в смысле, не очень таки нужен. Ну, в смысле, нужен, но не часто, как бы мы не каждую же серию делаем там ультраболы, покеболы, жарим что-то, да. Так, давайте сразу сейчас вот тут мы прокачаем наших Иви. Да, первая Иви, Тандерстон, да. Иви, 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 давай. Сразу две Иви прокачаем. Ну, давай, давай, давай. Ух ты, это что-то... А, ну да, в принципе, да. Желтый он. Вот этот, вот... Мне, наверное, кажется, что из всех эволюций Иви мне больше всего нравится вот это. Ну, не знаю. Так, давайте сейчас прокачаем... Файрстоун. Иви, ты куда убежал? Так, Иви, давай, давай, давай. Ты кто у нас там будешь? Какое имя? Как, в смысле, как ты будешь называться? Ну, давай, расти, расти, расти. И будешь ты у нас... Так. Флореон. Ну, в принципе, да, забыл я имя. Ну, отлично. Мы нашли... В смысле, не нашли, у нас были две Иви. И мы сразу сделали ему две разные эволюции, да. Так, давайте сейчас поставим их в компьютер. И будем качать. Я даже уже не знаю, кого качать, дорогие друзья. Вроде у меня уже покемоны почти что все прокачаны. Дитто вроде эволюции не имеет. Гример вроде имеет еще одну эволюцию. Вроде. Да, вроде он еще... Как я помню, имеете одну эволюцию. Ну, в принципе, дорогие друзья, давайте на этом закончим вот эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.